Ладно. Кто кого пере это самое, да. Через таки можно, конечно, собирать, но я не знаю. Или бицы взять. Мне, конечно, такой хуи. Ну, просел меньше, чем он. Понятно, он через так и пойдет. Привет, Шоби. Да уже третью катку. Надеюсь, я тут хоть не солью. Так, он сейчас за красным пойдет. Зря такую ульту потратил.
Мастер. /podcast. Also, don't forget to tweet the artist played today and show them some love. If you like this episode and would like to listen again, check us out on iTunes, YouTube, Mixcloud, SoundCloud, and of course on Spotify. Until next time. Да, и шиваль надо взять, точно, Шоби, спасибо, что подсказал. Но этот будет получше немножко. Ну, хотя, этот атаки еще дает, и пробитие тоже. Я поспешил, я думал, он будет сильно агрессивничать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я промахнулся. Hey guys, welcome back. This is episode 105 of our weekly podcast. First up, before we begin, make sure to check out the Monster Cat shop for the addition of our latest item, the Monster Cat Snapback. Let's start off today's journey with a track featuring Muzzy's latest EP and stick around for new music by Noystorm, Milano, Mr. Fiji Ouija, and a special guest. So get ready and welcome to the Monster Cat Podcast. I've been waiting for so long. Now those feelings are so gone. I don't care what else goes wrong. We will take you away in the night when you see me. And I'm feeling free. Да, да, я возьму, наверное. Я посмотрю еще. Может, криты возьму. В принципе, продать всегда успею. Так, он пошел на красный. Ой, промахнулся. Ой,
Ох, я мастер. Что в пассивке не так? Ну, я понял. Спасибо, Шоби. Я забыл. Аега. Я что-то забыл. Забыл, Шоби, забыл, сорян. Что-то я забыл. Помню, что где-то читал про криты, но... Ну, один крит можно было влупить там на 500. И хватит его. Ух ты, ё-моё, он меня убил! А, броню собирает. Молодец. Молодец. Кстати. А, он забрал этого, понятно. Титана. Аега. Это у меня не работает оно. Иди нахрен. Задолбал.
А он криты собирает. Чтобы не попадать скиллами. Так, чего мне собрать-то, а? Надо было перчатку, наверное, собирать. Ай, как, блин, ну как так? Можете там с Бэйн собрать вместо этого, а? Мне сейчас убьют Титана, ой, этого Феникса. Может, первый лучок поменять, ребята, а? Не знаю. Я не успею его убить, блин. Я сейчас сам сдохну. Вы видели этот прикол? Да, ледяной, тут 55 атаки дает. Это же надо было так сдохнуть. Реально. Тут ресы такие мелкие. Вообще.
Сейчас кто первый за это самое, тот и выиграет, чувствую. Кто тот чувак, не знаю. Что-то мне в конце стало сложновато. Вначале было нормально, а потом как-то... Спасибо. Че, еще раз одну? Ну да, он мимо стрелял, не знаю почему. Сколько там очков? Да, я спустил кучу.